Человеку под силу обогнать даже самый большой авиалайнер. То, что люди могут летать быстрее самолетов, доказали два смельчака из Швейцарии. На так называемых реактивных ранцах они пронеслись в небе над Дубаем со скоростью 315 км в час и вырвались вперед, оставив позади самый большой в мире пассажирский лайнер Airbus A380. Для того, чтобы осуществить опасный и уникальный трюк, понадобились три самолета и 40 специалистов. Храбрость каскадеров уже оценили во всем мире. За два дня ролик набрал свыше 3 миллионов просмотров на YouTube.